Благодарю всех присутствующих. Хотелось бы поделиться своим ощущением, ну и чувством спонтанного пения горлового. Ну, как-то еще другие есть названия. Поэтому я когда немножко стал и раздвигал стороны и стулья, вот, мне пришло такое ощущение, что ну, то, чем кто-то занимается, вот, занимается ну, какими-то практиками, еще что-нибудь. То есть есть осознавание, что ее надо быстро бросить там, или еще что-то. То есть ну, не торопитесь. Вот, потому что ну, оно в какой-то мере помогало на том этапе, что происходило. Вот, поэтому вот эта ну, смена декораций, она разнообразная. Вот, и вот, принятие того, что там, что здесь, что будет, как одно единое. Немножечко поговорю, что касается ну, шаманов, слово такое, оно как бы избито, и как и процессинг, и как еще кто-то, и как врач и так далее. Поэтому это просто слова, ну просто слова. Если вы понимаете, что это просто слово, обозначающее что-то, то ну, как-то легче становится. Вот. Шаманы бывают разные. Вот. Бывает просто, ну, как я там назвался шаманом, бывает действительно. Ну, шаман, вот Олег, вот, наверное, как-то, может, встречался с ними. Вот, поэтому те шаманы, которые не шаманы и шаманы, они говорят, что каждый человек сам себе шаман на 100%. Поэтому если нули убрать, то это тот один человек, который что-то делает. То есть это то есть я, это вы и ваше творчество в жизни. Что касается горлового пения, вот, я немного учился, ну как немного, да, немного учился у Николая Оржика, пару лет где-то. Вот. И потом понял, что если процессингом не заниматься, то он как бы тоже ну, растворится. Поэтому если есть желание заниматься процессингом, там вот школой ясного коучинга, вот, то это надо ну, как повторять периодически, поэтому, ну, то есть обращать туда внимание свое на этот аспект, тот, который вас интересует. Вот, это горловое пение, это просто спонтанное пение, которое потом от него становится весело. Вот, сначала как-то какие-то эмоции, за рулем едешь, но лучше пока не надо, когда за рулем, а просто где-то дома, в кресле там, на стуле или еще вот так, например, и просто вы чувствуете изнутри, как ну, просто как изнутри что-то, как что-то. Вот. И они будут названия эти всплывать в виде декораций каких-то определенных. Вы просто смотрите на них и все. Можете вовлекаться, можете не вовлекаться. Но звук, он как бы держит вас, как ну, ступни на земле. Ну, если так можно сказать. Я покажу сейчас точки внимания, вот, то есть это копчик, сейчас мы немножечко его разомнем, то есть можно вот так вот делать, просто немножечко так постукать его. Да, можно так, как удобно, просто почувствовать его, ну, чуть-чуть. И как бы от копчика просто чувствуете вот низ живота, вот прямо здесь, вот, сядьте поудобнее. Вот, и просто надуйте вот живот свой здесь сюда, вот распустите чуть ниже, вот как бы если можете. То есть если какая-то маечка есть, но не видно живота особо. Вот так раз, вот немножечко раз. Или просто отпустите его, ну, просто чтобы он растекся туда. Вот, и дыхание как бы отсюда будет, то есть ну, точка – это как мочевой пузырь. Ну, можно как-то по-другому называть. Низ живота, нижний дантиан. То есть копчик и низ живота. И вот это движение, оно похоже на разные движения. Вот оно очень такое, ну, классное. Можно, когда едете в электричке или еще где-то, вот, просто немножечко микро, вот как бы микро такие движения делаете и массируете копчик. То есть там пластиночки такие, и он там, ну, такой вот. Трение происходит.
То есть мы постоянно так как-то сидим там немножко вот, на спинке стулья. Вот. То есть когда меняешь положение тела, тогда каким-то образом ну, поприятней чувствуешь себя по-разному. И поем, вот получается, от скобчика. Ну, есть еще, если знаете, микрокосмическая орбита там, и так далее. Просто точки внимания. И по позвоночнику, вы просто вниманием поднимаете по позвоночнику. Вот сюда, ну как бы в голову сюда вот. Ноздри, здесь дырка в черепе. Языком замыкаете небо. А здесь, это один поток, ну ее называют воздух там, или каким-то другим словом. Просто, ну... То есть, если внимание убегает куда-то, опять туда раз, и просто смотрите сюда. Один поток. Это воздух. С мочевого пузыря это через нижнюю челюсть сюда. Это вода. Вот. И вот соединяясь воздух-вода, огонь изнутри. Ху. 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 И идете туда, откуда это начинается, этот звук. Ху. При этом живот. Ху. Фу. Вот когда каратисты вот, каким-то образом, ну, вот, они удар бьют, они вот отсюда бьют. Ну, они из земли, конечно, бьют. Вот. Ну, получается отсюда. Клетка. То есть точка внимания от копчика сюда. И просто пусть через ноздри пока выходит сюда. И низ живота тоже. Есть верхнее дыхание через верх. Носовые резонаторы. И черепушка, в общем-то, там все. Все время живот. И отсюда, то есть вода. И когда две соединяются, и а. Пока через ноздри, пока он сюда, может звук не пойти, то есть резонанс. Через ноздри просто сюда выпускаем. И рот, звук отсюда. При соединении они потоки соединяются вот, и начинается бертональность такая. Она везде, она в теле тоже. Еще хорошо, когда вот. Да. Отлично. А? Пока нет, вот пока так вот, пока как идет. Просто. Сейчас просто давайте точка внимания копчик и поднимаем вверх поток. Сюда. Ну пусть слово будет поток. Ну, если какое-то другое интересное, себе придумайте слово. Вот. И сюда вот в ноздри просто выдуваем. Точка внимания. Вдох. Животом вдох. И. И звучим. Звучим. Аккуратненько, по своим чувствам, отлично. Нос потрогать, так, ну, как шмель, как пчела, вот какие-то еще ну, ассоциации, звуки такие, или просто как здесь, о, как вот так. Животом распустили живот, низ живота, я подбираем. Ну как бы как получается можно так полностью надуть как шарик
пока через зажато, пока через зажато просто язык. Держите на небе вот здесь. Вот. Если будет гулять язык туда-сюда, тоже хорошо. Ну, просто придерживайтесь, возвращайтесь сюда. Из напряжения, которое создается, идите в расслабленность. Опять напряжение, расслабленность. И как бы раскачивайте. Вот. Когда расслабляется, она как бы расширяется все равно. А вот напряжение, как тусно, когда вот на мотоцикле едет кто-то такой. Ну что-то такое. Так, тихо. Поехали. Отсюда ничего не идет, звук отсюда не идет, через копчик по позвоночнику и сюда, только ноздри, голова. Это отсюда, оттуда. Отсюда потихонечку переносим внимание сюда, как вверх, как поднимаем, и вспоминаем вот этот поток, который от копчика сюда через две ноздри. Одновременно отсюда идет и отсюда. Сначала. Свободно, просто он как водоросли в воде, просто они так, просто он болтается просто. И попробуйте снизу вверх, потом сзади снизу вверх. И походи туда, вверх, как бы верхний регистр, пусть нижний регистр. Вот и просто. О-а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 -
то есть получается здесь поток, сзади поток, соединяем здесь. Ну, по-другому можешь назвать его, но разницы нет. Тут дырочка будет. Сейчас с двух ноздрей как бы выдуваем туда через дырку вовнутрь, замыкаем языком, и отсюда как бы вот, ну, такое, ну, как бы чувство такое вот, ну, такое приятное. В то же время вода поднимается. Вот зубы, язык, вот и нёбо. Вот где зубы и язык, вот туда прямо раз, вот, и чуть-чуть, да, чуть-чуть выше, и он прямо так вот еле касается. Можно посильнее поднадавить, может чуть поменьше. Он вибрирует, не прижимать? Ну, пробуй. Ну, просто соприкоснись, вот, ну, вот так. Отсюда ничего не идет. То есть получается, ну, может, идет. Вот, ну, живот раз. И минуточку про себя с закрытыми глазами просто внутри. Чувствуйте себя внутри, чувствуйте. Потом такая хрипинка будет такая. Ловите ее тоненько такая. На показ, откуда голос, спереди или сзади? Одновременно. Не бойся, все хорошо. Одновременно от копчика это воздух. Начинали. Немножечко можно голову так раз приподнять, ну, как бы чуть-чуть вот так. Ловите звук, вот такой.
как бы, знаешь, вот как-то внутри, вот там вот внутри где-то. Но внимание здесь, то есть получается внимание идет сюда. Если отпускается оттуда внимание, ну просто возвращайтесь опять сюда, две ноздри. Положите так пальчики. И пощупайте, где вибрация больше всего, и туда, к ней идите, к этой, там, где ощущается больше вибрации. Щупайте пальцами этот звук, откуда он идет. Можете представить в центре, как черепа, вот этот звук такой. Внимание потихонечку, потихонечку сюда. Зубы можно чуть-чуть разомкнуть, а губы вместе пока. Вот так. Они как бы сами пук, ну как бы откроются. Раз, ну как бы в момент. И вот как бы такой. Когда откроется с водой или без? Спереди только живот работает, отсюда я не подтягиваю звук. Капельку, вот, вот хрип, такое с хрипотцой, да, вот, ну, такой. Мы сейчас сюда вот поток пускаем. Но отсюда пока не трогаем. Она как бы ударяется об язык и идет по языку, так пок. И еще. Отсюда идет и через нос, вот как бы, но задний поток. Внутрь себя со звуком идите. Сейчас зажмите плотно зубы, немножечко шею вот так вот наклоните, вытянитесь, вот позвоночник вытянутый и... Ловите резонанс в зале и идите внутрь.
кто не кашляет, тот неправильно делает. Все, что происходит, то правильно. И одновременно неправильно. Просто чувствуй себя. Как зеваете, прям расширяется. И вот живот, распустите живот прямо, раздуйте его. Раздуйте. И когда вот зевание такое, подтягивание плечи назад. И вот как бы копчик вот прогибается назад. И, ну, соответственно, если тут расширяется, копчик все равно прогибается. И как бы чувствуете копчик и вот как бы поёрзаете, чтобы позвоночник вот походил туда-сюда. Внутрь поток прямо вниз опускаете. Наполняйтесь. И чувствуем, как прямо такие мурашки. И выдуваем весь воздух. Oh.
чувствуете, что происходит в теле? Немножко копчиком как бы ёжите, вот как бы, знаешь, постоянное движение такое. Может, чуть-чуть совсем так. Чувствуйте. Чувствуйте копчик свой. Вверх от копчика. Массируйте копчик. Внимание по позвоночнику поднимайте. Снизу. Расширяйте, расширяйте. Можно вот на горло и на вот сюда.